И здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максим Мадзе. И мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. Кровь, смерть и искупление 2. Короче говоря, какие у нас есть варианты? У нас есть дача. Что теперь? Уже покрылся? Да, конечно, покрылся. Мы сидим тут в мерзком, вонючем в южном болоте ведь. Я про то, что ты сказал Трелони, про награду за нас. А, ну не сказал бы, и что прям покрылся. Пока мы не узнаем больше, нет смысла трястись и переводить эту говницу. Я предлагаю найти Трелони и как следует расспросить его. Возьми с собой Чарльза. При виде вас двоих статуя заговорит. Даже статуя, я имею в виду, заговорит. Хорошо. А, вот он. Чарльз, мне нужна твоя помощь. Есть дело в городе. Пошли. Ладно. Так, ты давай там за мной езжай. Немножко я опять запинаюсь в диалогах, извиняюсь. Итак, куда мы направляемся? Я просто... немножко устал сегодня. Догоняй. Дач хочет, чтобы мы потолковали с Трелони. Насчет этих охотников за головами. Может быть, он расскажет нам, кто они и откуда? Ясно. А вы теперь помощники шерифа, да? Ну, что-то вроде того. Как только мы увидели этого недоумка шерифа, я сразу понял, что Дач легко обведет его вокруг пальца. Значит, убегаем от одних законников и при этом... обманываем других. Прячемся у всех на виду. Это вот так называет дач. Ребята вроде бы воспринули духом в новом лагере. Вся эта культерьма осталась позади. Мы уже давно пинкертонов не видели. Есть еще, конечно, эти охотники за головами. Их вроде бы насчет дач не собирался обвозводить. Мы ведь даже деньги забрать не смогли. Да, они этого тоже не знают. Трелони? Я пару раз встречал его, но он... странный тип. Опять эта подсказка сверху. Не бойся, он просто... ля в дорогих штатах. Но зато он... сует нос в такие места, куда нам нет хода. Надо только подловить его, пока он опять куда-нибудь не уполз. Кажется, где-то здесь. Думаю, где-то рядом с костром. Посмотрим. Тихо. Кто-то нас опередил, наверное. Да уж, это точно. Похоже на то. Искать эти зацепки. Не люблю это делать. Постель не застелена, наверное, он тут недавно был. Еще одна зацепка. Еда почти не тронута. По-моему, ему в спешке удалось уйти. Ага, вот еще. Это у нас что? Где зацепка-то? Тут была большая драка, судя по всему. Часов 12 назад, наверное, где-то. Но тела нет? Да не вижу. Смотри, следы. Идем.
что-то типа ванны вот этой. Грязная. Идем по следам. Так, следы ведут по этой дороге. В ту сторону. Показывай дорогу. Так, туда. Знаешь, когда мы с Хавьером и Трелони после той драки в баре, что мы делали? Вот он болтал без умолку, тут ходил тут. Да, особый талант у него, походу, делать это. Если понадобится, то можно с миль 12 учуять их. Да не, сомневаюсь. Так, следы туда ведут. Они перекрыли рельсы. Смотри-ка, пойдем-ка побеседуем с этими ребятами. Ну-ка, дай пройти мне. Прошу прощения. Да. Вы не видели? Мы тут ищем нашего друга. Не думаю, что он здесь. Вы не видели тут странного типа такого фронтоватого, что ли? Странного, да? Фронтоватого нет. У него еще трость очень похожая на эту. Ладно, вы двое. Признавайтесь, где он? Валить... Ах, ты скотина. Ну чё ты не идешь? Иди давай, блин. Где Трелони? Ничего не знаю, ничего не знаю. И говори давай, где он? Идите нафиг! Говори, скотинки, говно. Ладно, ладно, господи. Они отвели его в хижину, которая рядом с кукурузными полями. Какими полями? Налево по той дороге у поместья Брит Уэйда. Пять Брит Уэйда. Чтобы я тебя тут больше не видел, понятно? Повезло тебе, приятель. Ладно, погнали дальше. За мной. Мне кажется, я знаю, где это. Как тут пробраться к Бритуидам. Да, я провел достаточно времени там. Показывай дорогу. Шляпу оставил там. Ну и фиг с ней, ладно. Ты как? Да, в порядке. Зачем им интересно Трелони сдался? Ну, с причины сотни могут быть. Вопрос в том, связана ли какая-нибудь из них сделка. Думаешь, он нас выдаст? Да может запросто выдать. Он родную сестру даже продаст, чтобы сэкономить время. Он не умеет держать язык за зуба. Хотя, впрочем, он не знает, где мы разбили лагерь. Ну, во всяком случае, я так думаю. Я не знаю, где Дач узнал про него. Он неделями же пропадал. Но от него все-таки есть польза, и к тому же Дач ценит преданность. Да. Разумеется, только Трелони предан ли ему? Ну, вроде как. То есть Трелони не назовешь Веролом, он просто Треплон. Не волнуйся, если он что-то выболтал, то я выясню, что именно. Я понял одно. Если к чему-то приложил руку Трелони, то все пойдет наперекосяк. Сколько времени вы потратили, вызволяя этого дурня из разных передряг? Он умудрялся быть одновременно везучим и невезучим. Можно и на это так посмотреть. Он всегда находит способ, как отблагодарить нас. Только мы собираемся с ним распрощаться. Видимо, это его особый талант держать рыбу на крючке.
Так, ну Брэд Уэйт где-то здесь. Вон, я в особняках вижу. Видимо, они здесь. Вылезай отсюда, давай. Побудешь в этой хижине и станешь эти мгновения вспоминать с радостью. Эй, отпустите его, джентльмены. Это все, что ли, кто здесь есть? Походу на то. Ты жив? Предположительно. Не волнуйся, им жить недолго осталось. Догони их, Артур. Я с этим справлюсь. Блин, я... Кто бы им не рассказал, надо разобраться с этими скотинами. Один из них был где-то здесь. А, это пугало. Хватит прятаться, вы трусы, бля. Опа-на. Стой, 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 стой. Больно, да? Ага, вот еще один. Исчез, блин. Стоп, он был только что здесь. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Тут тоже нет. Наверное, здесь. О, там шум какой-то был. Он там, где птицы, да? Да где же его носит-то, а? Опять пугало. Так, не вижу. Может быть, ладно, давайте тут поищем. А, вижу. Теперь рука. Еще один где-то. Так, ищем дальше. Стоп. Этот все убит уже, что ли? Здесь нету. Ух, а, я задолбался бегать уже. Так, здесь не видать. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Тут тоже нет. А может, кто-то из них где-то внутри одного из этих... помещений. Так, а внутри никого нет.
Мне казалось, внутри тоже кто-то был. Не, не видать. А почему ты не спрыгиваешь отсюда? А. Да где, блин? Они. Я и не вижу больше их. Стоп. Нет, показалось. Стоп, 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 стоп. Попался. А теперь настала очередь головы. А, это Чарльз, господи, ты бы... Блин. Я думал, это законник. Точнее, охотник за головами еще один. Да блин, да где он? Я его не вижу вообще нигде. А, на указанном месте надо искать. А это? Это тоже Чарльз. Но здесь его не видно нигде. Что это было? Он мой. Я возьму его с собой, а ты убирайся прочь. Ты схватил моего друга? Он не твой друг. Я дам тебе денег сейчас. Да утихни ты. Надо было брать деньги. А, знаю, я дурак. А теперь голова. Черт, спасибо. Конечно. Ты в порядке? Да, в порядке. Стоп, что? Из амбара стреляют. Кто-то внутри. Блин, заканчивается эта пушка уже. Так, вроде бы это последний. Ладно, пойдем за Трелони. Ты цел? Да, всегда что-нибудь случается, правда? Не то слово. Ладно, пойдем посмотрим, крепко ли досталось нашему чудику. Ладно, убери пушки давай из рук. Вряд ли они нам сейчас понадобятся. Ты цел? Да, лучше не бывает. Итак, кто они такие? Охотники за головами. Из отряда Коула Стараймана. Им нужен был не я. Как таковой. Что ты им сказал? Немного. Сказал им, что я интеллектуал. Прибыл сюда из Орегона. Хочу устроиться на работу в университет. Разумеется, они мне не поверили. После Блэквотера на вас теперь все зубы точат. Да, мне рассказывали. Может быть, будет лучше, если я останусь с вами на какое-то время. Я пока не могу вернуться в лагерь. Так, Чарльз, возвращайся стрелами в лагерь. А я буду чуть позже. Или куда он там... Или куда он не может там вернуться, я чуть не понял. Кажется, этот мир становится все более цивилизованным.
А мне так хочется вырваться на открытый простор или уйти на запад, или то, что осталось от него. Даже он уже не такой, как я его помню. Ну что ж, где наша лошадь? Посмотрим, кто есть из заданий. Микка Белл есть. Отправимся к нему прямо сейчас. Точнее, в лагере там задание от Микки. Есть также задание от Рилуни, есть еще задание от Джона Марстона. Целых три задания, короче говоря, еще. Два из них мы выполним в следующей серии, одно из них сегодня. А потом еще три задания будет, которые мы выполним в последней серии второго сезона. Там начнется как раз таки четвертая глава. И третий сезон мы начнем там. Четвертая и пятая глава достаточно короткие, наверное, мы их в один сезон запихаем. Пятая глава особенно короткая. Доброе утро, Артур. Мика. Блаженные миротворцы, ибо они будут очерчены. Слушай, Молли, ну, как там говорится? Сдается мне, это высказывание не подходит ни тебе, ни мне. Но ты пастушок, да? Человек весьма ограниченного интеллекта. Да, не сомневаюсь. Пока вы со стариной дачи носились по округе, втаптывая нас еще более глубокое дерьмо, мистер Пирсон, кажется, нашел способ облегчить нашу ношу. Пирсон! Тебе не интересно? Ну, наверное. Господа! Дач? Давай, толстяк, ты ему скажи. Так, Пирсон с Дрисклами. Кажется, я знаю способ. Ты, стоп, ты что несешь? Говори давай внятно, толстяк. По пути в город я повстречал пару ребят от Дрискола. Думаю, мне придется туго, но вы же знаете, каков я в бою. Как загнанный в угол тигр. В общем, дело до этого не дошло. Мы разговорились, и они предложили организовать встречу, чтобы уладить все деловые вопросы. Как джентльмен. Джентльмены? Кольмо Дрискл. Вы что, рехнулись, что ли? Да, ты постоянно нам говоришь, Дач. Делай то, что нужно сделать, но не лезь в драку понапрасну. Они хотят устроить встречу? Да это ловушка, наверное. Ну, конечно, это наверняка ловушка. Но попробовать стоит. Чем мы рискуем? То, что нас застрелят. Не застрелят, потому что нас будешь защищать ты. Если это ловушка, ты их перестреляешь. А если не ловушка, то такой шанс. Я не вижу в этом никакого смысла. Мы обязаны рискнуть. Я убил брата Кольма. Много лет тому назад. А потом он убил женщину, которую я любил. Ты так говоришь? Это же было давно, Дач. Идем. Ты, я, Артур, будешь нас защищать. Больше никого не берем. А я, как же я? Сейчас не время для тигров, друг мой.
Да, ну ладно. По коням, Морген. Поехали. Куда ж ты разворачиваешься-то, блин? Знаешь, мы с Колемом вели вражду уже так долго, что я не припомню, что было когда-то по-другому. И до сих пор ведете, не забывая об этом. Вот снова Фома неверующий. Есть какой-нибудь план, который тебе подойдет? Может, ты и прав, просто я нервничаю. Давай мы не будем больше убивать людей без нужды. Я не предлагаю убивать. Наоборот, помогаю делать все правильно. Как ты говорил, за нами гонятся Пинкертоны, да? Из-за Блэквотера? И Левит Корнуэлл со своей частой армией. И кто знает, во что выльется эта грызня с местными. Разве мы можем позволить себе воевать с ними, всеми, да еще и с Одрисколом? Твои слова не лишены смысла. Очень надеюсь на это, джентльмен. Но, как я уже говорил, я нервничаю. Слушай... И тебе ведь шкуры рисковать придется. Мы пойдем туда, найдем для себя подходящий насест. Для тебя. У тебя же винтовка есть? Ну да, есть. Ну вот, мы с Дачем отправимся в логово льва, а ты будешь нас прикрывать. Не нервничай. Пока я не дам повод нервничать. Все будет хорошо, у нас же есть ты. Да, постараюсь. Мой дорогой и верный друг, я бы в самый ад шагнул, если бы на страже не стоял, как и я. Извини. Эй, на той высоте есть люди. Выглядят как Одрисколы. Мне не нравится, когда за нами следят. Мы уже близко, скоро ты будешь следить за ними. Может, он и прав, Дач. Может быть, я в самом деле перегибал палку, зря подвергал нас опасности. Просто я вижу все эти рты, которые нам надо кормить, и замахиваюсь на неподъемные цели. Я слишком забочусь о людях. Вот в чем моя беда, да? Заботы слишком много не бывает. Вы оба чушь несете. Может быть, Мика нас обманывает. Возможно, Кольмо Дрискол нас обманывает. Быть может, разговор об этой великой нации, обещание равенства, свободы и справедливости. Может, это тоже вздор. Но они того стоят, чтобы пытаться. Они стоят того, чтобы в них верить. Неужели ты этого не понимаешь, друг? Не знаю даже. Попытайся, я прошу лишь об одном. Попытайся. Ладно, чехоточник, здесь разделимся. Встретимся на поле. Найди себе место повыше и присмотри за нами. Хорошо, хорошо, как бы там ни пошло. Встречаемся после у дорожной развилки. Будем ждать тебя там, приятель. Чехоточник? А кто бы говорил, а?
Здравствуй, Дач. Давненько не виделись. Ага. Ну что, как там поживает твоя банда? Они же все еще верят в тебя, да? Лучший мир, праведный мир, да? Как у тебя с успехами там? Не жалуюсь. А как прошло то ограбление, которое вы записали на свой счет? И какое из них? А, мне нравится это. Как я и говорил, харизматичный лидер. Нас с тобой теперь ищут. Нас обоих, да? Мы многим с тобой насолили. Значит, мне пообещали награду, Дач, если я тебя поймаю. Чтоб ты не согласился. Ну, пока я думаю. Мне жаль, что так вышло с твоим братом. Да, он мне никогда особо-то и не нравился. А мне нравилась Аннабель. Ты всегда был дамским угодником, Дач Вандерлинда. И в этом я тебя уважаю. Что ты хочешь мне предложить, Кольм? Нашей вражде конец? Или как? Похоже, что нет. Здравствуй, солнышко. Ты же ведь не умер, да? Нет еще. Передать его властям? Не знаю, чудно как-то. Они убили Шеймуса. Да пошли они нафиг. Кольм прав. Так мы можем заманить их обратно. А куда поехали Кольм с Патриком? В город, кажется, поговорить с законниками. Да ну, ерунда какая-то, не стоит того риска. Кольм знает этого Вандерлинда, знает, как его обмануть. Кажется, он узнает, что у нас парень. И они явятся прямиком сюда. Тогда мы наконец-то станем свободными. Он убегает, стреляйте! Спокойно, сейчас я сниму его. Я тебя убил? Нет, да чё? Ну, конечно, нет. Пока что, но... Бью! Артур Морган. Рад тебя видеть. О, здравствуй, Кольм. Ну и как твои раны? Я почти не чувствую. Сейчас почувствуешь. Заражение — это мерзкая штука. Послушай. Ты ведь отменный стрелок. Ты, почему же ты до сих пор работаешь на даче? Мог бы вступить в мой отряд. Стал бы зашибать нормальные деньги. Деньги не главное, Коль. О, нет. Главное — это его легендарное обогащение. Ты убил кучу моих ребят у хижины в Сикспойнте. О, понятия не имею, о чем ты говоришь. Да, ты лжешь, друг мой. А я-то думал, что Дач проповедует местность.
Отпусти меня, Коля. И завязывайте с этой своей грызней. У нас у всех проблемы теперь по связи. Ну, я вижу это так. Если они схватят его, то забудут про меня. У них очень хорошая память. Будь я на твоем месте, я бы взял деньги и сразу пустился в бега. Да, знаю. Но мы дождемся, пока за тобой явится разъяренный Дач. Мы старапаем их всех и сдадим властям. А потом исчезнем. Ты назначил встречу им для того, чтобы схватить меня? Да, так и есть. Дач будет очень зол, примчится сюда. Вместе с остальными твоими дружками. А законники уже будут его ждать. О, Артур. Я скучал по тебе. Ну, не было никаких сомнений, что это ловушка. Это же Одрисколы. Как им можно верить. Эй, закрой рот там. Я не хочу ехать в Мексику. Я хочу домой. А, ща, погоди, вернусь. Какого черта? Так, наши показатели все на нуле. Так что надо осторожнее сейчас быть. Надо как-то до лошади добраться. Он развернется, наверное, сейчас. И оружия у нас нет, кроме зажигательной смеси.
Это не это не та лошадь. Так, сваливаем отсюда. Оружия нет. Так, надо валить отсюда скорее. Давай, Андрес, вези меня домой. Темнеет уже на улице. Но долго ждать еще. Самолет. Артур. 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 Я же говорил, что это ловушка. Дач. О, мой мальчик, мой дорогой мальчик, что случилось? Они схватили меня, но я сбежал. Да, вижу, что сбежал. Мисс Гримшо, мне нужна помощь. Пастор Свонсон хотел натравить на нас. А, разумеется. Прости, Артур. Да, уже поздно извиняться. Свонсон! Мистер Морган? Мистер Морган, вы в безопасности. Надо уложить его на кровать. Ты в безопасности, Артур. Ты в безопасности. Замечательно, Дач. Просто замечательно. Мисс Гримшо? Посидите с ним немного. Конечно. Все будет хорошо, мистер Морган. Вы дома. Через несколько недель. Я думал, что я вас похороню, мистер Морган. Да не, рано еще пока, пастор. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Примерно так же, как вы. Жаль это слышать. Ну, берегите себя. Вы тоже. О, боже мой. За это время у Артура отросли волосы и борода. Ладно, серия такая вот длинненькая получилась. Мисс Гримшо, вы выглядите куда лучше, Артур. Я волновалась? Да, я в порядке. Фух, на этом мы закончим. Ваша борода не будет расти дальше. Понятно. Давайте прямо сейчас побреемся. Где? Где набор для бритья? А потом закончим серию. Стрижка, усы и борода.
Ну, вот это сойдет. А вот волосы подстричь уже может только цирюльник. Ладно, на этом закончим. Я за кадром пойду подстригусь. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал. Хотя пофигу, на самом деле, можете не подписываться. На этот канал, на группу ВКонтакте тоже. И вступайте, и всем пока.